Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить Rock of Ages. Так, поехали. Ла Рошель. Сейчас узнаем, что нас там ждет. Ну-ка, ну-ка. Ришелье. Тихо, тихо, говорит. Корону мою не отдам. Ничего себе у него руки. Вот такой вот коварный Ришелье. Сейчас мы ему напинаем. Поехали, короче, сразу огненный. Оу. Так, сразу для начала. Ничего себе. Где? Так. Куча уровней, да, я смотрю, еще здесь есть. Интересно. Крайний, я бы сказал, по-любому где-нибудь здесь ключ. Хорошо, ставим тебя где-нибудь. Давай где-нибудь здесь. Поехали. Поехали. Огненным, пока никаких у нас нет преград. Аккуратненько, потихонечку. Потихонечку, не торопясь. Вот вижу ключик. Тихо. Тихо. Да тихо ж ты. Спасибо. А, смотри, огненный еще здоровье тратить, когда прыгает. Так у меня скоро развалится так огненный мой. Это печально. Крайне, я бы сказал, печально. Тихо, тихо. Я буду аккуратен. Я буду предельно аккуратен. Нет, не ломайся. Ай, хорошо. Ай, плохо. Блин, да как? Тут столько ступенек. Да блин. Ну все, он сейчас развалится. Поехали. Дайте уже до замка доехать. Я что, зря потратил 1000, что ли? Тихо. Тихо. О-о-о, здесь наше, да, полномочия. Все, сейчас скажет нам огненный шарик и развалится. Поехали. Поехали. Тихо. Аккуратненько. Нет, 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 нет. Блин. Ну ладно. Ладно. Пусть так. Мы до замка вообще крополини дотянули. Прям чуть-чуть нам не хватило. На. А он еще что-то тупит. Так. Ну что? Я думаю, что нужны просто... Куда? А ты будешь дуть, понятно. Давай ставить бочки. Раз, бочка, два, три, четыре. А чё он думал? В сказку попал, что ли? Нет. Так не бывает. Нет, нет, нет. Я тебе покажу. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Попробуй проедь, называется. Так, поехали на простом шарике. 700 у нас будет на следующую партию. Тихо. Прыгаем. Отлично. Хорошо. Быстро идем, быстро. Медлить вообще нельзя ни при каких условиях. Так. Поворачиваем. Угу. Аккуратно. А вот она, ступенька. Не видно ее там в тени, блин.
Так, блин, я понял, зачем верхние уровни. На верхних уровнях, я так понял, нет этих ступенек проклятых. И ты, получается, меньше камень там свой разбиваешь, вот как я сейчас это сделал. Камень, не разбивайся больше, пожалуйста. Мы так с тобой мало дамага нанесем. Очень мало дамага нанесем. Пожалуйста. Ай! Поехали. Поехали, поехали, поехали. Но это капец! Ох, мне повезло-то как! Ну давай, 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 давай. Хорошо. Ну плохо, конечно, но хорошо. Главное сейчас, короче, не тупить. Чё мне надо? Бочки тут есть, да? Давай слонов поставлю. Вот где? Хороший вопрос. Надо как-то так ставить слонов. Я вот так и не научился их разворачивать. Да, обидно. Допустим, вот здесь давай слона поставим еще. Так, ну сейчас я возьму за 700. Он все еще едет, что ли? Он очень медленно едет. Очень медленно. Давайте я ему по нему влуплю. Один разочек. Ой, почти попал. Так, за 700, поехали. Поехали. Так. Так, получено достижение... Ликвидатор у меня. Неплохо. Поехали. А почему бы не попробовать, допустим, поехать по второму ярусу сейчас мне? Чтобы по ступенькам не гонять. Тихо, вот так. Ага. Было бы неплохо, если бы я еще, конечно, до туда допрыгивал. Было бы отлично, наверное. Там, конечно, возможно, летят еще всякие ключики лежат. Ай, попал. Это обидно. Ступеньки. Вы меня начинаете бесить. Вы меня бесите, ступеньки. Слушай, а он что, по моей двери вообще не ударил, что ли? Очень как-то странно это у него все получилось. Пробуем, пробуем. А, отлично. Ох, вот это я дал. Смотри. Тихо. Ай, не дотянулся. Обидно. Обидно. Поехали. Поехали. Задавили одного по пути, на всякий случай, чтобы было, так сказать. Хорошо, хорошо. Нам, в принципе, сейчас деньги осталось тратить, что некуда, да? Ой, как тебе прилетело-то, да, родной? Совсем у тебя все печально. А не хочешь еще на одних бочечках взорваться? Ну взорвись. Ну давай. Ну ты вообще, конечно, даешь. Слабачок, слабачок. Враг катится. Враг сейчас вот здесь поймается. Блин, не успел. Вот здесь. А, ну конечно, он там сейчас будет тупить. А, давай поставим вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, поехали. Поехали. Финальный. Финальный. Он мне опять, что ли, дамага не нанес никакого? Что с ним не так? Что с ним не так, скажите мне? Прыгаем. Ай-яй-яй, перелет. Перелет. Обидно, но ничего страшного. Так, надо запомнить, что там, кстати, можно ключик подобрать еще один. Было бы неплохо. Ключик мне пригодится. Ключик мне пригодится. Давай я здесь допрыгну теперь. Опа! Шикарненько. Посмотрим, что у нас здесь еще есть.
Так, слон, уходи. Ага, там был еще один ключ, я увидел. Но, к сожалению, тот ключик я не взял. Попробуем взять вон он, тот ключик, я его вижу. Для этого мне надо сначала вот здесь. Вот так вот. Зали... Ничего себе. Нет, не падай. Не падай. Прыгаем. А-а-а! Обидно. Обидно, а было так близко. Так близко это было. А ведь мог я еще один ключ себе получить. Ну да ладно. Переигрывать не хочу. Поехали. Ну что, решил я. Думал, корону забрал самый умный теперь. Хана тебе. А вот и я. Отлично, с первого раза. Так, давайте дальше. Мадрид. Поехали. Кто в Мадриде хочет выстоять против нас? Наполеон, что ли? Здравствуй, здравствуй. Давай. А все, сломалась лошадка твоя. На. Да, неудачник какой-то Наполеон. Посмотрим, какой ты в деле. Давай. Смотрим. Где мы можем... Ага, здесь, короче, бык. Это замок. Смотри, особо нигде не сократишь, да? Если только не поехать прямо сюда. А здесь силь... А, тут забор. Прикинь, что творят. Забор. А, сразу. Сразу ставим тебя где-нибудь. Вот здесь. Слонов. Вот тут, поехали. Вот тебя сразу. Едем аккуратно, сразу говорю. Не торопимся. Огонь не тратим. Впустую. Так, тут камешки. Камешки там, я вижу. Ага. По-хорошему ключики надо собрать. Смотри, здесь можно вот так сделать. Тихо. Ключик вижу. Очень высоко. Они надоели ключики ставить на вот этих камнях. Как к ним подбираться, фиг его знает. Здравствуй. Айди, отойди, отойди. Ай! Ну зачем? Зачем ты портишь мой огненный шар? Скажи мне, бык чертов. Тихо. Аккуратненько, аккуратненько. Нет, 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 нет. Да блин! Чертовы вентиляторы! Еще же не жарко, кто включил вентиляторы? Тихо. Аккуратно. Ай-яй-яй. Не! Что это было? Что это было? Вы издеваетесь? Вы серьезно? Вы серьезно? Он простым нанес больше, чем я огненным. Я так не играю. Это же вообще нечестно. Крайне, я бы сказал, нечестно. Я аж расстроился. Так тупо вообще, так тупо. Ударился об дверной косяк. Как будто мизинцем, знаешь, идешь такой мизинцем об тумбочку, об угол. Как фиганешься? Вот сейчас я испытал примерно то же самое, только когда ударился камнем об дверной косяк. Позорный косяк. Да чё тебя так заносит, шарик? Аккуратно. Сотрудничай со мной, пожалуйста. Пожалуйста. Молодец.
Может туда типа допрыгнуть можно как-то? Но рисковать я не буду. Ага. Спасибо, спасибо. Я знал, что именно так и будет, конечно. Почему бы? Надо же попадать прямым попаданием в меня, да, да. Он какой-то прям гениальный попадальщик. У меня вот не получается попадать. Эй, мамант, иди нафиг. Иди нафиг. И ты иди нафиг. Здравствуйте, мистер Слон. Здравствуйте, здравствуйте. Вас мне не хватало. Конечно. Тут где-то дальше вентиляторы будут. Обязательно надо меня сдуть. Конечно. Конечно. Ну почему бы нет? Я прям вот прям чую. Чую, что будет дальше. Так. Ключик я тут смогу забрать сверху. Ну хоть сейчас я попал не в дверной косяк. Ну все, деньги оставлять мне не на что больше. Так, вот так. А, вот так, вот так. Сейчас слонов будем фигачить. А что делать? Я не... Блин. А, давай вот так, вот так. Что, деньги кончились? Ну ладно. Ну ладно. Ну, у него хп больше, чем у меня, я вижу. Это обидно. Это обидно. Угу. Хотелось бы, знаете ли бы, чтобы было наоборот. Ну, что делать? Поехали. 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 Это все под почему? Потому что с огненным шаром затупил. А, ну конечно, ты сейчас огненного взял. Ну да, ну да. Я буду рисковать. Тихо. А можно проехать? Спасибо. И прыгаю. Оп, 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 оп. А как так? Ты видал? Ты видал? Серьезно? Здрасте. Вот это поворот. А рисковал-то я не зря. Уйди. Рисковал-то я не зря. А можно как-то это? Ну, спасибо. Так, мамонт, уходи. Отстань. Не зря рисковал, слушай. Погнали. Погнали. Сдаваться я не собираюсь. На! Я вот прям смотрю, как он. Пронесло, пронесло. Главное теперь не затупить. Не затупить. Не затупить. Оказывается, нифига там срез какой, а? Вот это да. Короче, мне сейчас тупо надо доехать быстрее него, ему хана. Просто быстрее него. Поехали, поехали, я готов. Я готов. Готов уничтожать. Я готов уничтожать ворота. Готов уничтожать Наполеона. Готов, просто готов. Тут у тебя брешь, товарищ мой. Ты тут чуть-чуть затупил. И я. И я чуть-чуть. Я коснулся до стены, меня с той стороны поставят, да? Да, 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 да. Нет. Обидно. Почему бы и нет? Слушай, ну он так сейчас быстрее меня докатится, блин. Ладно, все, не тупим, не тупим. И не сдаемся. Играем. Можно проехать? Можно проехать, блин.
Спасибо. Хоть так. Так, ну он там тоже об моих слонов фигачится. Ему там... Эй, эй, да отстань. Так, он доехал уже до мамонта. Здорово, и я доехал. Поехали дальше. Враг катится, вижу. Да блин! Ой, что-то я злюсь. Ой, я злюсь. Ой, я злюсь. Сюда, сюда поставьте меня, пожалуйста. Вот сюда, куда я упал, куда я упал. Спасибо. Спасибо, едем, 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 едем. Он тоже едет. Затупи, 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 затупи. Я быстрее, я быстрее, я быстрее, я быстрее, я быстрее. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да блин. Это было... Это было чертовски обидно, между прочим. Мистер Наполеон. Пришел на поле он. Новый объект. А что за новый объект? Летучий корабль. Или это наиболее прочный авиаобъект? Вдобавок он вызывает самые сильные выстрелы зам катапульты. Мне нужна вот эта штука. Так. Куда тебя поставить? Давай вот сюда. Тут тебя не собьют. Давай поставим корабль. Ну, пусть так. Надеюсь, он мне поможет. Поехали. Огонь нам в помощь. Огонь нам в помощь. Я буду знать, что делать уже. Теперь я уже знаю, что делать. Поехали. 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 А, да. Вот так, значит. Иди в баню. Я докоснулся стены. Высадите меня туда же. Пожалуйста. Ну, я очень... Почему так? Почему... Так, скажите мне. Ага, иди нафиг. Иди нафиг, я уже знаю, как тут что делается. Тихо. Я поеду через верх, знаешь. А знаешь почему? Потому что я больше не хочу затупить. Затупить я больше не хочу. На! По щам тебе, понял? Отлично, хорошо. Так, я предлагаю опять ставить слонов вот здесь, к примеру. Вот здесь. Вот здесь. Еще одного. Так, мне нужно всего лишь 700. Вот здесь поставлю. Сейчас мне еще денежка прилетит. Да, вот она. Я смогу купить себе нормальный бронированный камешек. Поехали. Поехали, поехали. Он там не вон сколько мало дамага уже нанес. А я-то ему напинал неплохо. Вот этот хочу. Подожди, там были другие камни на выбор уже? Или мне показалось? Они были раньше, по-моему, неактивны. Надо посмотреть. А то, может, как бы я-то уже могу-то и другие камешки покупать. Ой. Враг тоже катится, но это все фигня. Это все фигня, этот враг ваш. Тихо. Вот сюда. Вот сюда и сносим вот эту ветряную мельницу к чертям собачьим. Она нам не нужна. Она нам не нужна. Здесь я опять могу пролететь по краю. Тихо. Тихо. Вот тут вот. Ай. Вот это вот я не учел. Не учел, что там будут бомбы. Да. Это обидно. Досадно, но ладно. Не страшно.
Не страшно, это все фигня. Это все фигня. Мы поедем опять поверху. Поверху удобнее заезжать. Да. Поехали. Поехали. Отлично. Третий разочек нам осталось. Знаешь что, дорогой мой? Ты думал, я тебе так просто дам доехать? Да нет. Куда ты вниз поедешь? На. О, вот это попадание. Да ты слабак. Черт, ну это я плохо попал, конечно, сейчас. Ну ничего, ничего. Посмотрим, сколько ты тут. Да. Ни о чем. Ты так... Тебе еще как минимум... Если с таким же успехом, то тебе еще 3 раза надо будет мне так ворота бить, знаешь? Я, пожалуй, тебе помогу. Я поставлю быков еще для тебя. Только лишь для тебя, знаешь? Чтобы были. Только вот, чтобы тебе приятно было, дорогой мой. Вот так вот. Поехали. Смотри, за 900. Не знаю, что это за шарик, но у меня на него денег нет. Надо попробовать в следующей катке его. Посмотрим, что он нам даст. Так, поехали. Аккуратненько, не торопясь. Потихонечку. А здесь у нас мы ветряную мельницу сдули. Она нам не мешает. Хорошо. Я даже торопиться никуда не буду. Просто, чтобы даже себе камень не портить. Чтобы не портить камень. Как вариант, можно в самом конце перед замком попробовать ключ собрать. Но опять же, стоит ли оно того, поняли, да, как надо делать? Так вот надо делать. Так, уйди. Не мешай мне. Я с тобой не дружу. Я с тобой не дружу. Кстати, там где-то же был заход. О, как вентиляторы нам помогли. Аккуратненько. Я бы там даже не допрыгнул. Я даже пытаться не буду, чтобы попытку не профигачить. А то опять на вот эту вот мелочь время свое тратить. Нужно было бы оно нам, правильно? Нафиг не надо. Построенный объект. Хорошо. Хорошо. Следующее у нас порту. Но давайте тогда пока на этом остановимся. У нас уже 24 ключа. Интересно, сколько надо будет на следующих воротах. Надеюсь, нам хватит. Вот, а то придется ключи еще фармить. Чего не хотелось бы на самом деле. Вот. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.